Доброго времени суток всем, мы продолжаем прохождение игры Vampires The Masquerade Bloodlines. Так, и у нас осталось, по-моему, невыполненных два квеста. Это квест с Мазиатом и с призраком в Ocean, чего-то там, отель Ocean. Так, ну давайте сейчас еще разочек проверимся, точно ли все так. Призрак выходит в полночь, Ocean House, да, и охота на охотника. Фокси Боксис, все дела. Так, ну, собственно, нам, видимо, нужно выдвигаться именно туда. У нас есть 3 очка опыта. Не знаю, пока не хочу прокачивать. Да, и у нас человечность почему-то на единичку упала. Не помню, когда я это успел так вот сделать. По-моему, это было в квесте с наивным вампирчиком, которому мы кол продали, да, там кровь и жевательную резинку. Так, что у нас в руках, с чем мы можем двигаться? Давайте-ка посмотрим. Фокси Боксис это не здесь. Вроде как у нас есть всякие штукисы. Ладно, посмотрим. Пройдем, пожалуй, через автостоянку. Да, времена пошли, да. Так. Как там, стоп, где эта штука? Second Street. Вот в эту сторону нам надо бежать. Да. И мы попадаем в Foxy Boxes. Это какой-то то ли склад, то ли что-то такое. Так, ну, у нас есть пистолет и есть нож. Я думаю, мы ножом пока попробуем подраться. Что у нас здесь? Можем мы что-нибудь... Так, это выход. Можем ли мы что-нибудь найти? Интересно, да, у нас здесь есть какой-то телефон неактивный и компьютер. Итак, главное меню и, видимо, отчеты. Давайте посмотрим. Введите команду. Ну, давайте вводить команду. Десятая. Стоп. Вот так. Вот так. Да. Десятая, двенадцатая. 04. Предварительная разведка показала, что здешние каиниты разрознены и неорганизованы. Почему каиниты? Потому как вампиры – это дети Каина. Так, есть только 3 достойных внимания, но, кажется, между ними возникли какие-то разногласия. Я продолжу наблюдение. 10, 18. Стоп. 04. Эти каиниты забавные и слабый род. Они тратят впустую подаренное им бессмертие на мелочные интрижки и плотские утехи. У нас будет мало проблем при взятии этого города. 10, 21, 04. Полагаю, мое присутствие в городе замечено одним из каенитов Носферату. Кажется, их так называют. Он поручил одному неуклюжему смертному дураку за мной наблюдать. Я начал следить за этим так называемым шпионом. Маленькая занятная передышка среди обычных обязанностей. Так, 10, 22, 04-1. Как-то так. Кажется, я привлек внимание новообращенного агента князя. Я мало что знаю об этом индивидууме, но он кажется более сообразительным, чем большинство каенитов, которых я видел. Подготовлюсь на тот случай, если наши пути пересекутся. Так, 10, 22, 04, 2. Агент, о котором я говорил прежде, обнаружил труп Вёрджила Крамба. Кажется, неизбежна стычка. Если я не выживу, позвольте в
последнем отчете заявить, что Санта-Моника созрела и сама готова упасть в руки, и вы практически не встретите сопротивления, если явитесь с большим отрядом. Ну и нам, видимо, больше ничего отсюда не нужно. Так, что мы можем взять? Давайте возьмем тесак. Или возьмем все-таки пистолет. Так. Окей. Ладно. Очевидно, нам куда-то вот сюда. Угу. Ты где? Ты кто? Катаян? Что за Катаян? Блин. Транс, конечно, работает, но можно попробовать кровавый удар, да? Где ты, зараза? Взяли. Вы убили азиатского вампира. Журнал заданий обновлен. Ну, убить-то мы его убили. Давайте используем пакетик крови. И что нам нужно? Стирание крови, щит. Исцеление крови, наверное, нам нужно будет взять и пойти попитаться. Так. Угу. Ну, что здесь еще есть? Все, больше у нас тут ничего нет. Ну, печально, ладно. Я не могу выйти. По какой причине? Наверное, по той, что я не туда выхожу. Так, ну подайте-ка посмотрим, что у нас. Ну так, требуемый навык владения холодным оружием, 5, потенциал урона 14. Здесь 8, здесь 12, летальность 9. Так, здесь 11. Ну, это серийно выпускаемая версия традиционной японской катаны Сингунто. Не столь эффективная, как реальная, но все же довольно опасная. Окей, ладно, хорошо. Сейчас посмотрим, что у нас. Итак, Нокс вздохнет с облегчением, когда узнает об этом. Ну, а так, чтобы он узнал, нам, очевидно, нужно будет зайти куда? Зайти, наверное, сюда. И там мы помним, да, у нас там девушка наверху не до конца выпитая была. Доброго времени суток всем. Мы продолжаем прохождение игры Vampires the Masquerade Bloodlines. Так, и у нас осталось, по-моему, невыполненных два квеста. Это квест с Мазиатом и с призраком в Ocean, чего-то там, отель Ocean. Так, ну давайте сейчас еще разочек проверимся, точно ли все так. Призрак выходит в полночь, Ocean House, да, и охота на охотника.
Фокси Боксис, все дела. Так, ну, собственно, нам, видимо, нужно выдвигаться именно туда. У нас есть 3 очка опыта. Не знаю, пока не хочу прокачивать. Да, и у нас человечность почему-то на 1 упала. Не помню, когда я это успел так вот сделать. По-моему, это было в квесте с наивным вампирчиком, которому мы кол продали, да, там кровь и жевательную резинку. Так, что у нас в руках, с чем мы можем двигаться? Давайте-ка посмотрим. Фокси Боксис это не здесь. Вроде как у нас есть всякие штукисы. Ладно, посмотрим. Окей. Пройдем, пожалуй, через автостоянку. Да, времена пошли, да. Так. Так, там, стоп, где эта штука? Second Street. Вот в эту сторону нам надо бежать. Да. И мы попадаем в Foxy Boxes. Это какой-то то ли склад, то ли что-то такое. Так, ну, у нас есть пистолет и есть нож. Я думаю, мы ножом пока попробуем подраться. Что у нас здесь? Можем мы что-нибудь... Так, это выход. Можем ли мы что-нибудь найти? Интересное. Да, у нас здесь есть... какой-то телефон неактивный и компьютер. Итак, главное меню и, видимо, отчеты. Давайте посмотрим. Введите команду. Ну, давайте вводить команду. 10. Стоп. Вот так. Вот так. Да. 10, 12, 04. Предварительная разведка показала, что здешние каиниты разрознены и неорганизованы. Почему каиниты? Потому как вампиры – это дети Каина. Так, есть только 3 достойных внимания, но, кажется, между ними возникли какие-то разногласия. Я продолжу наблюдение. 10, 18, стоп, 04. Эти каиниты забавные и слабый род, они тратят впустую подаренное им бессмертие на мелочные интрижки и плотские утехи. У нас будет мало проблем при взятии этого города. 10. 21. 04. Полагаю, мое присутствие в городе замечено одним из каенитов на Носферату. Кажется, их так называют. Он поручил одному неуклюжему смертному, дураку, за мной наблюдать. Я начал следить за этим так называемым шпионом. Маленькая занятная передышка среди обычных обязанностей. Так, 10, 22, 04-1. Так. Кажется, я привлек внимание новообращенного агента князя. Я мало что знаю об этом индивидууме, но он кажется более сообразительным, чем большинство каенитов, которых я видел. Подготовлюсь на тот случай, если наши пути пересекутся. Так, 10, 22, 04, 2. Агент, о котором я говорил прежде, обнаружил труп Вёрджила Крамба. Кажется, неизбежна стычка. Если я не выживу, позвольте в последнем отчете заявить, что Санта-Моника созрела и сама готова упасть в руки. Вы практически не встретите сопротивления, если явитесь с большим отрядом. Ну и нам, видимо, больше ничего отсюда не нужно. Так, что мы можем взять? Да.
Так. Достаточно большой отель. Что еще здесь с внешней стороны можно посмотреть? Похоже, здесь все закрыто. Ну, ладно. Итак, нам нужно найти какую-то личную вещь призрака, если я ничего не путаю. Это сейчас что было? Взорвалась лампочка. Вот что это было. Ну, окей. Угу. Так. Элеватор. Элеватор. Угу. Оторвалось, что ли? Так, ну вообще мне не нравится такой расклад. Мы получаем урон подобным образом. До какого ж дьявола-то все взрывается? Так, какие-то люди. Все интересно. Вон он. Лифт. Так, к лифту мы потом перейдем. Я догадался, что эта штука рванет. Ага, там бар. Видимо, да. Угу. И, скорее всего, здесь, с этой стороны, мы нет. Призрак, он уже рядом, да? Я думаю, что это где-то на втором этаже, но для начала мы все-таки проверим первый этаж. Еще лифт. Ага, то есть мы можем нажать. Он сейчас пока жать ничего не будем. Я понял тебя. А, то есть можно провоцировать взрыв вот этой херовины, да, приближаясь и отходя. LA Sun. Исчезновение семьи. Пожарные обыскивают отель предметов на предмет останков. Он наблюдает, он хочет тебя убить. Ну, как бы да. Видимо. Это вот эта штука взорвалась, да? Так, ну что ж, видимо, нас ждет второй этаж. Лифт я пока трогать не хочу. Опаньки. Мы провалились. В подвал, я так понимаю. Давайте взломаем замок. 8, нет, не хватит. Так, давайте будем посмотреть. Первый этаж, второй, третий, элеватор и подвал. Здесь что-нибудь можно сделать? Нет, похоже, нет. Вон он. Нам пока не хватает взлома. Взлом замков 3. Даже с магией крови будет 5. Даже если мы сейчас поднимем безопасность, нам хватает как бы поднять безопасность на 1 пункт. Это нам мало что даст. Так, ловкость нам не хватает. Ладно. Окей. Ну что ж, пойдем посмотрим, что это. Это было любопытно. Спокойно. Девочка побежала вот в тот проход, поэтому заходим сейчас сюда.
Смотрим, что здесь есть. Что-нибудь здесь можно открыть? Похоже, нет, и звуки мне не нравятся. Так, есть вот такая дверь. Давайте попробуем взломать. Тоже взлом 8 нужен. У нас столько очков нету. Так, и она побежала вот сюда. Очевидно, сюда мы можем попасть. Что здесь? Так, здесь кладка, по-моему, ее можно разбить. И что еще? В прачечной отеля найдена отрубленная детская голова. Очень интересно. Угу, нам кто-то заботливо открыл дверь. Так, и что? Я так чувствую. Каким-то образом нужно отсюда выбираться, и что-то мне подсказывает, что еще одна закрытая дверь сейчас должна будет... А, стоп. Вот что я не увидел, да? Чем-то красным светится. Погоди, может, приехало что-то? Нет, ну это мы не сможем открыть. Восьмерка, восьмерка. А как же отсюда выбраться? Теперь здесь закрыто. Так, стоп, а это что? Да блин, а можно как-нибудь открыть так, чтобы зайти? Что-нибудь еще? У нас единственный вариант — это идти сюда. Отсюда мы упали. Элеватор. А где мы еще не были? Thank you.
кстати, детская голова. Ну, похоже, у нас вариантов-то не дофига. Что мы можем сделать? Мне кажется, мы здесь что-то не нашли. Иначе бы все было проще. Так, ну транс не поможет, кровавый удар не поможет, стирание крови, кровавый щит, исцеление крови, сила крови. Давайте попробуем. Даже с учетом 6 мы не можем взломать. Стоп, а это что? А что сейчас такое было? Это глюк, да? Графический артефакт какой-то выхватили. Пардон. Ничего. По-моему, надо сейчас все-таки вот сюда. И какая-то из них должна быть открыта, да? Да. Ключ от котельной. Давайте возьмем. Я так понимаю, что это вот здесь. Никогда не открывайте. Я люблю убивать. Линцей чего-то бомб. Как это бомба, да? Так. То есть мы сюда пройти не можем, только вот так. Так, ну очевидно. Похоже,
Понятно. Понятно. Девушка. Так, нельзя подходить к этим предметам, они взрываются. Блин. Так, она была здесь. Окей, нас приглашают сюда. Детские рисунки. Что это? Конечно, могу ошибаться, но мне кажется, с вот этим домиком, наверное, что-нибудь нет. Нет. Вроде как. Давайте посмотрим. Очень хорошо. Угу. Все взорвалось, что могло взорваться, да? Так. Ключ от верхних этажей. От какого-то номера отеля. Фотография мужчины и женщины. Так. Что-то мне подсказывает, что это не здесь, да? Я бы, пожалуй, сделал следующим образом. Давайте исцеление кровью сделаем. Классно. Понял тебя. Блин. Пойдем еще посмотрим. Мне кажется, теперь с той стороны. Может быть, вниз спуститься? Вот сюда. Все заделано было. Ага, этот лифт не заработает. Оп, оп. Понятно, и даже если бы мы поднимались с той стороны, типа, можно зайти. Сейчас, погоди. Хочется узнать, что здесь. Бля. Не знаю, как вам, а мне так немножко жутко. Все это так ощущается. Так, а здесь-то что? Так, ну последний номер остался, это вот этот. Угу. Любопытно. Что-нибудь опять взрываться будет, да? Использован ключ с верхних этажей. Здесь что-то сгорело. Так, по-моему, можно
Отсюда каким-то образом. А как? Что-нибудь взять, может быть? Что мы можем сделать? Ну, давайте возьмем. Суицид убийцы. Убийца из отеля, возможно, устроил и пожар. Так, я так понимаю, отсюда мы будем выходить. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Ну, а тут больше брать нечего. Ну, что ж. Дневник. Помоги мне. Давайте-ка посмотрим, что у нас. Согласно записям этого дневника, ревнивый муж сошел с ума и убил жену из-за медальона. Призрак мужа-убийцы хочет вечно удерживать ее здесь, рядом с ним. Она, похоже, пытается помочь вам, чтобы освободиться. Окей, тогда давайте в инвентарь зайдем и посмотрим. Это обугленные останки чего-то похожего на дневник. Итак, 30.05.1958 года. Только что приехали сюда, в Ocean House. Проводим недельный отпуск в Санта-Монике. Эд заказал номер к открытию отеля. Это чудесное место, почти волшебное. Дети весь день купались. 31.05.58. Первые два дня почти безупречны, разве что Эд постоянно допытывается насчет медальона, который мне прислала мать. Похоже, он считает, что это подарок поклонника. Обычно Эд славный, но иногда его заносит от ревности. Надеюсь, завтра он успокоится. 1.06.58. Сегодня солнечно, на небе не облачко. Эд слегка на взводе, продолжает гадать, кто этот мой новый приятель, глупенький Эд. Ну, судя по тому, что он тебя бахнул, не проще было сказать, что медальон от мамы, чем заставлять человека сходить с ума. 3.06. Утром был пикник для постояльцев отеля. Просто впечатляющее мероприятие. Это снова не в духе. Не знаю даже, как убедить его, что он моя единственная любовь. Он только однажды повеселел при разговоре с дворником мальчишки и их игрушки. 4.06. Нам осталось всего два дня, и слава богу, что мы наконец едем домой. Эд не разговаривает со мной и детьми, и я неоднократно видела, как он стоит в ванной, уставившись на медальон в руке. Боюсь, у него срыв. Я говорила, что мы можем вернуться домой, но он только качает головой, даже не смотрит на меня. Я просто хочу вернуться домой. 05.06.58. Эд ушел рано этим утром, и с тех пор я его не видела. Еще час, и придется звать менеджера отеля. Несмотря на мои возражения, Эд младший отправился поискать его в подвале. Надо будет отправить за ним Тиффани. Если, постой, кто-то стучит в дверь. Боже, Эд весь в крови, идет убивать меня. Заперлась в ванной. Он свихнулся, непрестанно орет. Мы будем вместе вечно, и он не даст мне уйти. Кто-нибудь, пожалуйста, Пома. Запись уходит за край страницы. Ладно, продолжаем перемещаться. Помоги мне. Он приближается. Спокуха. Понял. Thank you.
Блин, да задолбали эти двери, которые просто непреодолимы. Давай подлечимся. Осторожно. Be careful. Продолжай искать. Так, ну чуть было не было вообще-то, да? Мне кажется, нам надо выше подняться. Итак, мы стоять, где-то дверца хлопает. Ух. Твою ж мать-то. Так, что здесь? Тихо, погодите. Ага, мы что-то нашли. Нет? Это нельзя взять? Но мне кажется, что мы на правильном пути. Вот это какой-то шкафчик. Типа платяной шкаф. Так, и что, с вот этой штукой ничего нельзя сделать? Так, спокойно. Можно так не швыряться? Блин, жутко. Окей, давайте будем посмотреть здесь. Так. Не знаю, как у вас, у меня мурашки по коже. Скарлетт Торкелсон, цирковая фокусница, биография цирковой фокусницы 30-х годов. Скарлетт Торкелсон по прозвищу Сквозная, более известной в качестве ассистентки дерганого Сила Манфредти, знаменитого метателя ножей, эпилептика. Угу. Данная книга повысит вашу способность уклонения. Ну, давайте возьмем для начала. Ну и раз уж такое дело, мы ее типа прочитаем. Ага, что у нас тут? Без вариантов нам отсюда выходить. Что-то как-то... Можно узнать, что здесь? Ага, туда можно попасть, ладно. Что-то мне подсказывает, что тут эта вазочка струльнет. Убийца неизвестен. Убийцами из отеля могли быть отец или мать.
есть нам нужно каким-то образом попасть туда. Очевидно, это здесь. Так. Девочка пробежала. Блин. Да иди ты в пень. Так, дверь выбила. Давайте зайдем посмотрим. Угу. Нет, похоже, это не здесь. Сюда мы пришли. Вариант не здесь. Но очевидно, что это остается последнее место, куда мы не попали. Ух. Часы. Сундучок. Типа нет предмета. Никакого предмета здесь нет. Что это? Угу. Так, спокуха. Давайте-ка еще сожрем пакетик с кровью. Медальон получен. Мы добыли медальон. И чё? Так, вы нашли дневник в подвале. Согласно его записям, ревнивый муж сошел с ума, убил жену из-за медальона. Призрак мужа-убийцы хочет вечно, бла-бла-бла. Вы нашли медальон в отеле Ocean House. Теперь надо отнести его Терезе взамен на прекращение ее вражды с Тунгом. Теперь нам типа назад вернуться надо. Да блин. Еще раз. Ждем. Так, что-то не то, да? Оп. Получен предмет пожарный топор.
Так, по-моему, пора валить отсюда. Ух! Все. Так, надо походу подпитаться. Я так понимаю, что мы выполнили этот квест. Да, коллектор. Ну что ж, пойдем сдадим этот квест и, наверное, узнаем, что... Пункт Б. Ну вот. Давайте через пункт Б выберемся наверх. Какая прелесть. А можно как-нибудь убрать вот эту штуку, например. Вот так. Рядом с этим. Скилл Патриком. Ладно, побежали. Итак, здесь нужно видеть... Доброго времени суток всем. Мы продолжаем прохождение игры Vampires the Masquerade Bloodlines. Так, и у нас осталось, по-моему, невыполненных два квеста. Это квест с Мазиатом. И с призраком в Ocean, чего-то там, отель Ocean. Так, ну давайте сейчас еще разочек проверимся, точно ли все так. Призрак выходит в полночь, Ocean House, да, и охота на охотника. Фокси Боксис, все дела. Так, ну, собственно, нам, видимо, нужно выдвигаться именно туда. У нас есть 3 очка опыта. Не знаю, пока не хочу прокачивать. Да, и у нас человечность почему-то на 1 упала. Не помню, когда я это успел так вот сделать. По-моему, это было в квесте с наивным вампирчиком, которому мы кол продали, да, там кровь и жевательную резинку. Так, что у нас в руках, с чем мы можем двигаться? Давайте-ка посмотрим. Фокси Боксис это не здесь. Вроде как у нас есть всякие штукисы. Ладно, посмотрим. Окей. Пройдем, пожалуй, через автостоянку. Да, времена пошли, да. Так. Так, там, стоп, где эта штука? Second Street, вот в эту сторону нам надо бежать. Да. И мы попадаем в Foxy Boxes. Это какой-то то ли склад, то ли что-то такое. Так, ну, у нас есть пистолет и есть нож. Я думаю, мы ножом пока попробуем подраться. Что у нас здесь? Можем мы что-нибудь... Так, это выход. Можем ли мы что-нибудь найти? Интересное. Да, у нас здесь есть какой-то телефон неактивный и компьютер. Итак, главное меню и, видимо, отчеты. Давайте посмотрим. Введите команду. Ну, давайте вводить команду. 10-е. Стоп. Вот так. Вот так. Да. 10-е, 12-е, 04-е. Предварительная разведка показала, что здешние каиниты разрознены и неорганизованы. Почему каиниты? Потому как вампиры — это дети Каина.
Так, есть только трое достойных внимания, но кажется, между ними возникли какие-то разногласия. Я продолжу наблюдение. 10, 18, стоп, 0,4. Эти кайниты забавные и слабый рот, они тратят впустую подаренное им бессмертие на мелочные интрижки и плотские утехи. У нас будет мало проблем при взятии этого города. Десятое. 21. 0,4. Полагаю, мое присутствие в городе замечено одним из каенитов Носферату. Кажется, их так называют. Он поручил одному неуклюжему смертному дураку за мной наблюдать. Я начал следить за этим так называемым шпионом. Маленькая занятная передышка среди обычных обязанностей. Так, 10, 22, 0,4-1. Так. Кажется, я привлек внимание новообращенного агента князя. Я мало что знаю об этом индивидууме, но он кажется более сообразительным, чем большинство каенитов, которых я видел. Подготовлюсь на тот случай, если наши пути пересекутся. Так, 10, 22, 04, 2. Агент, о котором я говорил прежде, обнаружил труп Вёрджила Крамба. Кажется, неизбежна стычка. Если я не выживу, позвольте в последнем отчете заявить, что Санта-Моника созрела и сама готова упасть в руки. Вы практически не встретите сопротивления, если явитесь с большим отрядом. Ну и нам, видимо, больше ничего отсюда не нужно. Так, что мы можем взять? Давайте возьмем... Нет, пожалуйста, успокойся, я не собираюсь всю ночь с тобой болтать, сумасшедшая ты сука. Нет, пожалуйста, успокойся. Она вечно принижает меня, она умная, она любимая, она удачливая, но это нечестно, я не дура. Успех клуба — это такая же моя заслуга, как и ее. Так, ты добилась своего королевного сцены, возьми его. Все в порядке, вот эта вещь из отеля, ты когда-нибудь прекратишь, от тебя уже башка болит. Я все понимаю, но я не могу тебе это отдать. Вот давайте вот это выберем. Ты понимаешь, каково это, когда твоя родная плоть и кровь ежедневно терзает тебя в течение двух жизней, понимаешь? Давай так, мне жаль это слышать, Жаннет, но я действительно должна отдать его Терезе. Ладно, оставь его у себя, раз уж ты не побоялась пойти в этот огромный и страшный отель ради моей сестрицы, то почему бы тебе не оказать крошечную услугу и маленькой бедненькой мне? Так, интересно. Так, брось изображать из себя малолетку и скажи, что, черт побери, задумала. Не забудь, нет, забудь. Меня достало выполнять ваши блядские поручения, я ухожу, тоже не вариант. Что же заставит тебя улыбнуться? Да давайте, что заставит тебя улыбнуться? Ты знаешь галерею Нуа? Вниз по улице мне стало известно, что там намечается благотворительная выставка. Куча влиятельных местных ползней будут изображать там и себя не весь что, но они кое-чего не знают. Это мероприятие устраивают сородичи, которые пытаются захватить власть в нашем городе. Мы ведь не можем позволить этому произойти, верно? Так что мне нужна блистательная юная выскочка, которая попортит всю малину. Так, что мне сделать? Мне надо поговорить с Тунгом. Для тебя все что угодно. Ну давайте сделаем. Для тебя все что угодно. Обещаю, это не займет много времени. Возьми этот нож. Хорошенько покромсай картины в галерее. Постарайся, чтобы тебя не поймали и не устраивай там бойню. И укради благотворительные пожертвования, окей? Купишь себе что-нибудь стильное. Так. Кромсать картины забудь. Я не собираюсь красть пожертвования. Ясно, вернусь, как только сделаю, и на этот раз вражда будет прекращена. Хорошо, иду кромсать картины. Так, давайте второе выберем. Я уверен, что Тереза трепещет восторгом выполнить свое обещание, когда ты вернешься, а пока ступай в галерею и уничтожь эти картины. После чего возвращайся, хочу услышать подробности. Поспеши, ведь я могу быстро заскочать. Так, если я после этого не получу Тунга, вы мне обе за это ответите. Пока.
Нет, не будем так. Скоро вернусь. До встречи. Кое-что еще насчет этих картин. Что же это было? Не могу вспомнить. Ну ладно, развлекайся, кисочка. Ого. Сюда, кис-кис. Ну, окей. Походу мы получили новый квест. И очевидно. Очевидно, что нам нужно будет его выполнить, и тогда мы доберемся до Тунга. Итак, прежде чем выйти и пойти кромсать картины в картинной галерее, давайте заглянем, что у нас здесь. Вы нашли дневник, вы нашли медальон, но не застали... Так, вы нашли медальон в отеле Ocean House, собирались отдать его Терезе в качестве платы за прекращение вражды с Тунгом, но не застали ее в клубе. Зайдите в клуб попозже, когда она вернется. Так, и Жанет попросила вас наведаться в галерею Нуа и порезать выставленные там картины, также украсть благотворительные пожертвования. Человечности нам не хватает. Единичку. Ладно. Итак, ребят, я собираюсь сохранить игру, и мы продолжим в следующий раз. А на этом всего доброго, играйте в хорошие игры и удачи вам. До свидания.